Ребят, хочу в последнем влоге этого года поделиться с вами тем, что я буду дарить в эту ночь своим родственникам. Если интересно, оставайтесь и смотрите. Итак, немножко о подарках, которые я буду всем сегодня раздаривать. Девчонки у меня спрашивали, вот я по-быстрому сейчас расскажу. Вот это бывшей свекрови, мы поддерживаем отношения, ну, как бы внучка, да, приходится. И это под губку подставка, это фартук, и это для рук, крем для рук очень классный. Значит, я такие подарочки небольшие в этом году приготовила, потому что, ну, растащила уже чересчур. Дальше. Дальше идет, значит, отцу подарок. Это вонючка, как мы называем, да, ароматизатор для машины. И хороший такой ремень. Вот, ремень нужен был. Вот так вот. Далее подарок для мамы. Это точилка для, значит, карандашей для глаз, для губ. В общем, для косметических карандашей. И она хотела очень эйвоновскую нашу кофту голубую, уже на ней буду вам показывать, 48-50 размер. Итак, следующий подарок чисто символический для бывшего мужа, это, значит, шампунь, гель для душа 2 в 1, небольшой, 250 миллилитров, это дезодорант 48 часов, вот, и он очень хотел брелок, хороший нормальный брелок для ключей, у него новая машина, вот, я ему, он в год мышки рожденный, и вот как раз мышку ему решила придарить. Вдобавок просто немножко вот так вот хочу сделать, конфетки кидать уже сверху. Вот разнообразные сосательные, которые он там любил, любит. Вот так. Далее следует подарок для брата. Здесь набор X-Series. Это парфюм X-Series. Очень классный парфюм, я уже о нем вам рассказывала не раз. А это шампунь гель для душа, по-моему, 2 в 1. Да, 2 в 1 гель для душа, шампунь. Классный такой наборчик получился. Ну и, соответственно, что я делаю? То же самое, что и там делала. Немножко конфет сверху. И шикарно. Еще один подарок для жены брата, соответственно. Это вот такой вот плетеный корзинка или какая-то подставка под что-то. В общем, короче, для конфет. В нее я ложу крем для рук. Силиконовые перчатки, классные, я вам об этом уже рассказывала. Новогодняя версия. Также новогодняя версия. Гель для душа. Пена для ванны, гель для душа. Новогодняя версия. И еще что? Ободок. Ободок для головы. Сюда ложу. Делаю то же самое с конфетами. Вот. Итак, последний подарок, подготовленный мной, это для тети. Это, значит, у нас пена для ванн. Можно использовать как гель для душа, потому что эффект одинаковый, просто пенится в два раза лучше, нежели гель для душа. Запах просто классный, красные ягоды, шоколад. А также мусс для волос взяла. Сильная фиксация для локонов, она вот частенько так поделывает. Еще один подарок, но его я еще не сделала. Там будет просто для бывшего свекра, просто бутылка вина, шампанского он не любит. И у меня просто фантазии уже ни на что не хватило, с горьким шоколадом, вот. Сейчас пойду куплю и отдам. Вот такие подарки. Всем тем, кто досмотрел, огромное спасибо. Именно вам и помимо всем абсолютно я хочу пожелать начать новую свою книгу жизни 2020 года с нового листа длиною в 366 дней. Пусть эти две двадцатки нам принесут всем радость, удовольствие, доброту, счастье, все те начинания, которые мы начинали в этом уходящем году, пусть приумножатся в следующем. И пусть каждому, абсолютно каждому в этой жизни везет, пусть накрывает доброта. И помните, что любовь в наших сердцах реально спасает абсолютно все. Я желаю еще раз вам всех этих благ в наступающем новом году.